Где я? Где я? Где я? Где я? Я. И не звони на телефон, за ней плату. Ты знаешь, в жизни бывает, и не такой закон. Закон джунглей моих, не сделал меньше слов. Знаешь, я даже не парюсь, совет вам дарю Бог. Я стою в метро, получил ЗП в голову мою. Мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, не важно куда. Я просто испарюсь, как день, и никто не узнает и даже участковый не знает еще мой военкомат, что я числен, значит время есть, пока не в розыске. Я стоял в метро, на рекламы втыкал в голову мою. Мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, не важно куда. Я просто испарюсь, как тень, и никто не узнает тебя. Свободы и песни орать, упаду лицом в песок и буду ждать волны. От души отматерюсь и закурю. В мире много еще разных мест, у меня на каждый денечек есть. И пусть скучаю я совсем чуть-чуть, знаешь, я обязательно вернусь. Две недели или на жизнь, на куда, не важно, не важно, просто лети. Дорогие друзья, вы только что прослушали кавер на песню Макса Коржа «Где я?». Скоро выйдет самый полнейший разбор на эту песню со всеми фишками на гитаре. Если вы также хотите научиться играть эту песню, как я, скорее подписываемся на мой музыкальный блог, чтобы не упустить это видео. Подписавшись, это видео, как я его загружу, оно появится у вас на странице, его вы 100% получите, тем самым выучите и будете играть на ура. Ждите.